Продолжается наступление ВСРов по всем фронтам. После занятия Водяного и Шах положение Угледара становится критическим. Русы пытаются прорваться к Богоявленке. После взятия Красногоровки бронетанковый кулак армии России взял Острое. Теперь положение Максимилиановки стало безнадежным. На направлении главного удара – Покровск. Армия генерала Мордвичева заняла Лысовку и Украинск, расширяя фланги для дальнейшего рывка. До Покровска осталось 6 километров. Тем временем, в Торецке, армия России продолжает вгрызаться в оборону ВСУ. Занята большая часть Нелеповки. Но Торецк ВСУ продолжают удерживать. На Часов-Ярском направлении армия России заняла Григоровку, расширяя северный фланг наступления на город. Тульские десантники продолжают оказывать давление на северском направлении. На Купянском направлении 1-я гвардейская танковая армия расширяет плацдарм с целью рассечь позиции ВСУ надвое. На Курском направлении армия России перешла в контрнаступление. Освобождены Снагость, Гордеевка, Толстый Луг, Вишневая Ольговка, Дарьино. Подписывайся на канал.